здесь, значит, шведский институт, ФУЮС, институт повышения квалификации. Я Майю Мамулашвили знаю очень давно, мы познакомились в 2006 году на семинаре в Швеции, и после этого мы стали не только коллеги, но и очень близкие друзья. И когда в феврале месяце я в Фейсбуке увидела первую фотографию из медиа-кафе в Тель-Авиве, я сразу почувствовала, вот здесь мы проведем международный семинар. Это было в феврале месяце, сейчас у нас конец мая, и мы находимся здесь. Я считаю, что я очень счастлива, что у нас это получилось. Значит, замечательно, что мечты и наши какие-то желания должны осуществляться, они должны, значит, быть, их можно осязать. Очень рада, что здесь в нашей компании присутствует большое количество друзей института ФОЮ, наших коллег, да, людей, которые я лично знаю, и мы, и Пэр тоже. То есть я, в общем-то, сейчас, можно сказать, очень рада, да, что у нас это получилось. Поэтому в добрый путь, дорогие друзья, будем говорить мы на серьезную тему. Медиаполитика, да, но я думаю, все это замечательно. Хорошо, спасибо вам, да, что у нас получилось. Я предложил создать условия и фундамент для вас. Это всегда испокон веков. Первый известный журнал, газета в мире, этого акта Диурна, который вышел в Риме, Конечно, это была не газета нашего поколения, но, скорее всего, это была платформа для распространения информации о новостях, проблемах, объединениях, Следующая века этой истории, это на самом деле Швеция. То есть здесь будет уходить газета «Ordinario Postgener», которая вышла впервые в середине 17 века. Я кажется, это была форма платформа для шведской пропаганды. Шведская достаточно успешно выступала в эту войне, и королю потребовалось орган для того, чтобы распространять пропаганду. Потом следующий шаг мы сделали, сами лично знаете, это правда. И знаете, пожалуй, тоже известный цитат Ленина, на газете «Эпоха коллективной пропагандистской диктатуры». Гарри Мураса, специфика, но проблема в том, что